Сегодня на Двойцах организован пикет по поводу, в общем-то, плачевного состояния алюминиевого завода. 1 мая мы проводили митинг, в сентябре проводили митинг. А 1 мая приезжал Чмиль, министр по экономике Карелии, значит, и вот нам поднял бумагу, подписанную Путиным, и кричал, дескать, что вы собрались здесь? Вот, повесьте на проходной завода, вот здесь подписано Путиным, сокращения не будет, завод будет работать, а вот вам на сегодня. Первый, второй, третий корпус закрыты, значит, ванны на демонтаж, вот в четвертом кайзер корпусе уже отключено две ванны, но это, я так думаю, первый звоночек. Я думаю, что в 2014 году, наверное, я понимаю, демонтировать. Вот они заставляли учиться, чтобы демонтировать ванны. Мы понимаем, чтобы создать новое производство, нужно снять старые, значит, ванны. Но тогда покажите проект, что будет. Ведь, понимаете, полное молчание, полное вранье. И самое ужасное, что нет дела ни правительству Российской Федерации, ни Карелии. Хотя Худиланин говорил, я с вами на рельсы пойду и буду отстаивать завод. Но все это... По-моему, так. Одни пустые слова, а жители остаются один на один своим. Ведь надо кормить детей, надо их воспитывать. Вы понимаете, люди будут уезжать куда-то на заработки, семьи будут существовать отдельно. Разве это скрепляет семью? Разве это улучшает воспитание детей? В общем, у меня такое состояние, это не только в Надвоицах у меня состояние, это по всей стране полная безработица, понимаете, и все умалчивается. Только Москва, ну, Питер, а вы посмотрите в остальных городских поселениях, поселках, небольших городах, полная безработица, людям негде работать. Правительство России, Путин, прошу, дайте работу людям, и больше от вас ничего не надо. Все.